Всем привет, дорогие братья по трейлеру GTA 6, я Сыендук, или же Никкот, переозвученный Сыендуком. Неважно, сегодня мы сравним видео 7-летней давности о GTA 6 и посмотрим, насколько те люди интернета были правы в сравнении с трейлером. Кстати, я делал реакцию на него через час после выхода, но там совсем небольшая проблемка. Загуглив GTA 6, мы узнаем, что выйдет она в 2021. Ну почти. Будет ремейком Vice City с целой Америкой в качестве карты, где можно телепортироваться. А главным героем будет женщина. И вообще, игру отменили. Ну, если мои глаза меня не обманывают, то вроде бы не отменили. Будет персонаж, я бы хотел, чтобы было 6 персонажей, городов 6 на каждого персонажа, я бы хотел, чтобы города назывались так: British City, Vice City, Людиндорф, Москов City, Париж и старый город, район Сашиекс, Сан-Андреас. А чувак-то частично прав, GTA Vice City все-таки сделали. Физику поправьте! Я даже не знаю, как это прокомментировать. Ну, вроде поправили 5. Fuck your Russia game, GTA for USA, Russia no game, GTA. Вы все лохи, грабят випшин только на территории США и других стран НАТО, так что вы все облажались. Ну этот комментарий прям за душу берет, прям аж грустно стало. А ведь это правда, по сути. И когда будете желать продолжения рта Сан-Андреас, добавьте на собаку, медведь, кошку и других зверей. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki. Разработчики, введите возможность ловить покемонов в игре! Иди в жопу! Сам иди! Если не будет покемонов, то игра получится отстойной! Какие покемоны? Они меня сильно задолбали! Покемон Голд тоже говно! Все покемоны говно! А хотя покемоны классные, может и добавят? Не добавили. А пока давайте взглянем на трейлер новой GTA, созданный с учетом просьб фанатов. Fuck your Russia game, GTA for USA, Russia no game, GTA. Ты, Лалка, пиши по-русски. Сделайте все как в реальной жизни. Физику поправьте. Консоль. Вы все лохи. Такую игру будут делать около 50 лет. Нужны будут миллиарды долларов, чтобы воссоздать это. Иди в жопу, старучонок. Хочу продолжение легендарного консользма. Разработчики! Консольз! Все покемоны